Блокада города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Наступление фашистских войск на Ленинград и его захвату германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Для Германии Ленинград был очень важной целью, потому что здесь был выход к Балтийскому морю, где можно было ожидать помощи со стороны союзников. Сложно предположить, как бы дальше пошел ход войны, если бы нацисты взяли город. Наступление началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывающие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года немецкие фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900-дневная блокада. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Стремясь осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда. 8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка города. Вспыхнуло около 200 пожаров. Один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. Поначалу не верилось, что это приведет к таким тяжелым последствиям. Однако местные жители в первые дни раскупили абсолютно все продукты из магазинов. Увести всех людей из города, где постоянно шли обстрелы, им не представлялось возможным. Продукты приходили чаще из других регионов, поэтому собственных запасов было очень мало. С самого начала блокады начали вводить продовольственные карточки. Закрывали различные заведения и школы. В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня велся особенно интенсивный артобстрел. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек. Множество зданий было разрушено. Затем настал сильный голод. В булочных, где каждый день пекли хлеб, были огромные очереди, но людей не останавливал даже ужасный холод. Потом город остался без света и воды, так как трубы замерзли и больше не осталось топлива. Крысы заполонили все районы Ленинграда. Они передавали множество заболеваний и съедали запасы еды. Люди умирали прямо на улицах, и их не всегда могли убрать для похорон. Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики – всего 125 грамм. Осень-зима 1941-1942 годов – самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод. Отопления, горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель. Книги разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но люди продолжали трудиться. Открылись административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады и школы, театры, публичная библиотека. Продолжили работу ученые. Борьба за город носила ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению обороны Ленинграда. На территории города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов. В здании оборонено 22 тысячи огневых точек. На улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. 300 тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах, домов и на крышах.
21 октября 1941 года молодежная газета «Смена» опубликовала наказ к пионерам и школьникам Ленинграда с призывом быть активными участниками обороны. Делами ответили юные ленинградцы на этот призыв. Они вместе со взрослыми рыли окопы, проверяли светомаскировку в жилых домах, обходили квартиры и собирали цветной металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов. Ленинградские заводы получили тонны цветного и черного металла, собранного школьниками. Подростки трудились наравне со взрослыми. Многие школы были переоборудованы в госпитали. Ученики этих школ обходили ближайшие дома и собирали для госпиталей столовую посуду, книги. Дежурили в госпиталях, читали раненым газеты и книги, писали им письма домой. Помогали врачам и медсестрам. Мыли полы, убирали палаты. Чтобы поднять настроение раненых бойцов, выступали перед ними с концертами. Наравне со взрослыми школьники дежурили на чердаках и крышах, гасили зажигательные бомбы и возникшие пожары. Их называли часовыми ленинградских крыш. Тяжелее всего приходилось детям. Весь мир потряс дневник маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой. Бабушка умерла 25 января, дядя Леша 10 мая. Умерли все Савичевы, осталась одна Таня. Записки этой девочки, которая погибла в 1945 году в эвакуации, стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. У них было особое, опаленное войной блокадное детство. Они росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с особыми трудностями, с радостями, с собственной шкалой ценностей. В монографии «Рисуют дети блокады» рисунок Шурика Игнатьева, 3,5 лет от роду. 23 мая 1942 года в детском саду покрыл свой листок беспорядочными карандашными каракульками с небольшим овалом в центре. «Что ты нарисовал?» – спросила его воспитательница. Он ответил: «Это война. Вот и все. А посередине булка. Больше не знаю ничего». Они были такими же блокадными, как и взрослые, и погибали так же. 22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали около 1 000 000 человек. Весной 1942 года, когда уже немного стало легче, ленинградцы начали очищать и убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились. А летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, осенью – энергетический кабель. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого всего лишь 18 января 1943 года. Операция «Искра» стала коренным переломным моментом в битве за Ленинград. Это была первая большая победа. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной до 11 километров. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа через Нему. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем и боеприпасами. Подвиг совершили строители и бойцы. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние до 100 километров. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день был дан праздничный салют. Блокада города длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город-герой».